смотрите, тут у нас цветочки растут фиолетовенькие. Рядом вот такие папоротниковые, которых очень мало сохранилось на Урале. Кругом ели, елочки. Очень хорошо птички поют. А вот тут сосеночки, сосновый бор с этой стороны у нас, то ели были. А тут у нас сосны, фитонциды. Тут у нас объявления объявляют. Но все эти объявления, мягко говоря, все прогнозы не совпадают с тем, что реально происходит в нашей жизни. Так что похоже, что погодой кто-то у нас управляет тут. Но в этом году мы не можем пожаловаться на погоду на Среднем Урале. Солнышко, Ирилочка светит. И вот эти вот маленькие папоротники в изобилии тут растут. А далее у нас пруд, Тагильский пруд. Такие корни корнищи. Смотрю подножки, чтобы все было хорошо у нас. Мухи меня облюбовали, пристают со всех сторон. Особенно какая-то разноцветная мушка. Хорошо. Очень хорошо дышится в сосновом бору. Тут любая инфекция умирает загодя. Так, ну мы уже куда-то в дебри забрели. Тропинка у нас. А нет, вот есть тут тропиночка. В эту сторону идет. Надо нам выбираться. Кто нас могут искусать? Под ногами еловая подстилка вперемешку с еловыми шишками и корнями. Можно зацепиться, споткнуться, но идти комфортно, мягко ножкам.
такие корни. Так, муха от меня отстать не хочет. Вороны закаркали. Так, это разноцветная ко мне пристала конкретно. Тут деревце какое-то упало. Пенечки. Ну, какое-то воронье царство мы зашли. Собачек выгуливают. Ворон я уже вижу. Вот она, Каркуша. Сниматься не захотела, улетела на другое дерево. И каждый раз тут интересный ракурс на экопарк и сотую школу получаем. Разноцветная мушка села уже на телефон. Его обследуют. Велосипедисты, дорога, выходим на проезжую часть. Ну, как мы хорошо вышли туда, куда следует.